вопрос. А второй вопрос, надо ли так стремиться делать из россиян спортивную нацию? Мы нация многонациональная. Понимаете, вот действительно интересно. Вот все время я читаю, когда читаю американские романы, а я читаю американские романы, тебе все время объясняют, что герой прославился еще в школе как капитан, как защитник бейсбольной команды. Ты читаешь, что герой прославился в университетской. И он этот титул носит всю жизнь, и его помнят, потому каким он был защитником, какой у него был удар, как он отражал, как он вообще играл. Вот эта бесконечная спортивность. И Хемингуэй, который, я думаю, ударом кулака мог уложить человека, конечно. Мы тоже нация спортивная. Но нас надо разозлить и не соперника дать, а врага.